Современные и образованные, устремленные в будущее. Это наша приднестровская молодежь. В столице состоялось закрытие 19-й декады молодежи и студентов. Самые активные молодые лица нашей республики на одной сцене поделились своими успехами. Подробности у Анны Овсянниковой. Во Дворце детского и юношеского творчества сегодня торжественно подвели итоги декады молодежи и студентов 2017. 10 дней подошли к концу, а значит, самое время делиться результатами. Образцовый коллектив шоу-балет «Фристайл» в числе активистов. Летом девушек поощрили путевками в международный детский центр «Артек». А это ученики Тираспольской гуманитарно-математической гимназии стали победителями в военно-спортивной игре «Юный патриот Приднестровья». Это конкурсы по стрельбе, бег, прыжки. В этом мы выиграли и нам дали путевки в районы. Наша делегация состояла из 16 человек, 12 человек было примерно нашего возраста, и еще 4 человека было 5-6 классов. Чествовали и наших КВНщиков. Совсем недавно ребята из столичной команды «Логики нет» стали чемпионами Кубка Молдовы и приняли участие в международной игре Центральной лиги Кубка в Курске. Приехали, будем показывать самое обычное выступление, стандартное КВН. Надеемся, школьники или кого сегодня пригласили, будут смеяться, всем будет весело. Своими эмоциями от Всемирного фестиваля молодежи поделился и представитель делегации Приднестровья в Сочи. Завершила церемонию закрытия выступление музыкального коллектива «Рок-Портал». Анна Овсянникова, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский.